Kia представила кроссовер Sorento нового поколения. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Компания Kia опубликовала первые официальные фото кроссовера Sorento четвертого поколения. Автомобиль презентует в марте на Женевском автосалоне, сообщает РБК. Кроссовер получил фирменную радиаторную решетку, визуально объединенную со светодиодными головными фарами. Капот стал значительно длиннее, чем у предыдущего Sorento. Внешность автомобиля выполнена в соответствии с новым дизайнерским направлением Kia, которым уже руководствовались при создании других автомобилей марки. Представленный Sorento – первая модель компании, построенная на совершенно новой платформе. Автомобиль получится намного вместительнее и практичнее даже более габаритных моделей. Кроссовер оснащен проекционным дисплеем, беспроводной зарядной станцией для смартфона и системой умной светодиодной подсветки салона. Автомобиль имеет адаптивный круиз-контроль, систему соблюдения рядности движения, а также функцию помощи при выезде с парковки задним ходом. Впервые модель получит модификацию с гибридной силовой установкой, которую создадут на базе 2-литрового бензинового мотора. На европейский рынок кроссовер выйдет в конце этого года, а в России предположительно появится не раньше 2021-го. На этом все. Следите за новостями жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!